главный вопрос этой конференции – кто будет возглавлять региональное отделение «Справедливой России» в ближайшие 2 года. На выборы съехались делегаты со всей области. Вот решаем судьбу области, как минимум. Судьбу всей области активисты партии пытаются изменить, начав с малого, решая проблемы отдельного человека. В рамках движения «За справедливое ЖКХ» юристы и депутаты уже 6 лет учат жителей коммунальной самообороне. Ежегодно нам удается добиться возврата сотен миллионов рублей, которые необоснованно коммунальщики собирают с жителей. Мы добиваемся наказания нерадивых управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций. А недавно справоросы решили пойти дальше и открыли целую сеть центров защиты прав граждан. Здесь бесплатно помогают решить конфликты не только с коммунальщиками, но и с банками, коллекторами и нерадивыми работодателями. Параллельно с этим члены партии поставили перед собой глобальную задачу – отменить поборы на капремонт, транспортный налог и пересмотреть налог на землю. Партия собрала более 1 миллиона подписей под этими требованиями. И самое главное, что по итогам рассмотрения вот этих предложений 1 миллиона прав граждан, которые предложили в том числе включить еще одно требование, это кредитная амнистия для российских граждан и частичная национализация банковской системы. Кроме того, депутаты от «Справедливой России» взяли под свое крыло и особую категорию населения – детей войны. Им помогают найти данные о погибших родственниках и потерянные награды, а также закрепить официальный их статус с законным правом на льготы. На самом деле их осталось очень мало. У нас в базе сейчас тех людей, с кем мы работаем, около 10 тысяч человек на всю Свердловскую область. С каждым годом, к сожалению, их становится все меньше и меньше. Итогом конференции стало продление полномочий регионального лидера «Справедливой России» Александра Буркова. По его словам, в ближайшие 2 года партия расширит свои ряды, чтобы с новыми силами продолжить борьбу за права граждан. Екатерина Цыганкова и Максат Навильников. Новости Екатеринбург.